Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. И в данном видео я покажу, как вы можете подключить VPS-сервер для установки Forex-робота. Что такое VPS-сервер и для чего он нужен? Forex-роботы хороши тем, что они работают круглосуточно, без сна и отдыха. Но тогда компьютер, на который они установлены, тоже должен работать круглосуточно. А это не всегда удобно. Кроме того, желательно на этом компьютере не заниматься никакими посторонними делами, не смотреть фильмы, не играть в игры и так далее, потому что это создает лишнюю нагрузку на компьютер, и это может повлиять на результаты торговли. Все эти проблемы легко решаются подключением VPS-сервера. По сути, за небольшую плату вы арендуете место на удаленном быстром компьютере, который работает круглосуточно, на котором не выполняется никаких посторонних задач, который круглосуточно к вашим услугам. И подключаться к этому компьютеру вы можете тогда, когда вам удобно. А домашний компьютер при этом вы можете отключать. Сейчас вы видите на моем экране платформу MetaTrader 4. И она установлена не на мой домашний компьютер, а как раз на VPS-сервер. Я подключаюсь к нему только тогда, когда мне нужно что-то поменять в настройках робота. Или, может быть, просто посмотреть на результаты. Очень удобно. Компаний, предлагающих VPS-сервера, много. Ну а с точки зрения соотношения цены и качества, оптимальным вариантом я считаю Zomra. Ссылку для регистрации вы можете найти под этим видео. И когда вы переходите по ссылке, то перед вами открывается сайт. Нажимаете кнопку «Стать нашим новым клиентом». Заполняете простую форму регистрации, контактное лицо, имя, фамилия, электронная почта, пароль, второй раз пароль. Выбираете вашу страну. И ставите галочку «Я не робот». После регистрации вы попадаете в личный кабинет и нажимаете слева «Виртуальные серверы». Нажимаем кнопку «Заказать». И нам предлагаются различные тарифы. В принципе, для тестирования одного робота вполне достаточно тарифа «Микро», который стоит всего $3 в месяц. Более дешевые тарифы брать не имеет смысла, так как на них не предоставляется операционная система Windows, а именно она нам нужна для установки MetaTrader. Нажимаем здесь «Заказать». Оплатить тариф можно за месяц, за 3 месяца, за полгода и за год. В дальнейшем, если вы захотите установить несколько роботов, вы всегда сможете сделать апгрейд, то есть взять более высокий тариф. Вот здесь в графе «Операционная система» нажимаем треугольник и в выпадающем списке выбираем операционную систему Windows Server 2012 RUS. То есть именно такая операционная система будет установлена на нашем VPS-сервере. Здесь ставим галочку «Я прочитал и согласен с условиями предоставления услуг» и нажимаем «В корзину». Прежде чем сделать заказ, нужно проверить номер телефона. Нажимаем красную кнопку. Введите телефон в международном формате, нажмите «Получить код». И здесь написано «Подтверждение номера осуществляется по звонку от нашего оператора или робота». То есть не смс-ка придет, а именно будет звонок. Будьте добры, ожидайте входящий вызов в течение 15-60 секунд. Если вы его не получите, пожалуйста, напишите запрос в отдел по работе с клиентами. Вводите код, который вам сообщили по телефону, и нажимаете «Проверить». Дальше вам предлагается совершить оплату. В WebMoney доллары, евро, российские рубли, Visa и MasterCard, Kiwi, терминалы, Privat24, Приватбанк для Украины и Яндекс.Деньги. Выбираете тот вариант, который вам удобен, и нажимаете кнопку «Оплатить». Имейте в виду, что конечная сумма оплаты может оказаться существенно выше с учетом разных комиссий. После выбора метода оплаты предлагается выбрать плательщика, Российская Федерация, физическое лицо. Нажимаем «Далее». Здесь ставим галочку «Договор оферта» и нажимаем «Далее». И здесь указывается сумма платежа. Нажимаем «Оплатить». После оплаты к вам на почту должно прийти письмо с темой «Активация виртуального сервера». И здесь вам нужны вот эти данные. IP-адрес сервера, пользователь, администратор и пароль. Это письмо приходит не сразу, а через 10, может быть, через 20 минут. Поэтому не спешите. Итак, доступ к удаленному серверу мы получили. Остается к нему подключиться.
Для этого в левом нижнем углу вашего компьютера нажмите на кнопку «Пуск» правой клавишей мышки. Появляется вот такое меню. И в этом меню нажмите кнопку «Выполнить» левой клавишей мышки. Нажимаем. Появляется вот такое вот окно. И там напишите mstsc.exe. Должно быть написано точно так, как здесь указано. После этого нажимаете «Ок». Появляется вот такое небольшое окно подключения к удаленному рабочему столу. Вы идете в свою почту и как раз в письме от компании Zomra копируете IP-адрес сервера. И там, где написано «компьютер», вот сюда это вставляете. В письме копируете слово «администратор». Теперь нажимаете внизу «Показать параметры». В графе «Пользователь» вставляете слово «администратор», если оно не стоит. И нажимаете внизу «Подключить». Появляется вот такое серое окно, и здесь нужно вставить пароль. В письме, которое пришло от компании Zomra, копируете пароль и вот сюда вставляете. Можете нажать галочку «Запомнить меня», чтобы не вводить пароль каждый раз. Все, нажимаем «Ок». Появляется вот такое окно с оранжевой надписью. Я рекомендую вот здесь внизу поставить галочку. Больше не выводить запрос о подключении к этому компьютеру. Да. Скорее всего, дальше вы увидите вот такое окно. Прокрутите его в самый низ и нажмите кнопку в левом нижнем углу. И перед вами откроется рабочий стол удаленного сервера. Поздравляю! Вы приобрели удаленный сервер, на который теперь сможете установить Форекс-робота. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.